Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении разбоя и убийстве, сопряженном с разбоем. Убита женщина 47-го года рождения. Одновременно с сотрудниками полиции путем проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 44-летний житель Бежецкого района, имеющий внешнее сходство с нападавшим. У данного лица получены образцы ДНК, по которым произведена молекулярно-генетическая судебная экспертиза, показавшая идентичность ДНК данного мужчины и ДНК, обнаруженном на орудии преступления, в связи с чем лицо задержано сотрудниками Следственного комитета и полиции в одном из населенных пунктов Бежецкого района. В настоящее время следователям Следственного комитета выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. На найденном на месте преступления ноже молекулярно-генетическая судебная экспертиза обнаружила кровь потерпевшей. С орудия преступления выделена ДНК неизвестного мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 44-летний житель Бежецкого района, который вскоре задержан. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Твери на улице односторонний автобус 33-го маршрута сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода. Уже получив перелом ноги и черепно-мозговую травму, травмированный мужчина на вид 35 лет бросался с кулаками на медицинский персонал, который оказывал ему помощь. Еще один мужчина сбит во дворе дома на улице Можайского. Пенсионер попал под «Ладу Ларгус», сдающую назад. 70-летний мужчина повредил руку и получил черепно-мозговую травму. А это наезд на улице Орджоникидзе. И вновь пешеход нарушил правила. Женщина 49-го года рождения переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода и попала под легковушку. У потерпевшей повреждена рука. Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на дороге.